Виктор Осипов в спектакле исполняет одну из главных ролей. Он Юлий Капитоныч Карандышев, молодой небогатый чиновник. Деньги и любовь – основные темы «Бесприданницы». По мнению артиста, пьеса Островского, написанная 140 лет назад, будет понятна и современному зрителю. Карандышев, в свою очередь, он хочет быть идеалом мужчины. Он примерно представляет, что значит мужчина, как он должен себя вести. И он начинает примерять на себя эти роли, но он все время промахивается, и он выглядит нелепо. Режиссер этого спектакля Максим Астафьев на сцене драматического театра он уже поставил «Бунинские аллеи», «Пушкинского смотрителя» и «Ерофеевских петушков». «Бесприданница» по пьесе Островского – это классика, переведенная на современность. Я вчера от Сергея Сергеевича телеграмму получил. Да вот обманул меня Сергей Сергеевич. Не приехал. Я у него пароход покупаю. Текст произведения не изменен, а вот сама эпоха претерпела стилизацию. Это видно даже по костюмам. Первый показ «Бесприданницы» 15 мая. Спектакль откроет парад премьер этого сезона, и драма уйдет на летние каникулы. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.